И в продолжении темы дети от 8 до 16 лет получили уникальную возможность обучиться созданию компьютерных программ. В Прииртышье, как и в других регионах Казахстана, реализуется проект «Программируй свое будущее» – открытие бесплатных IT-классов для школьников. Торжественное перерезание ленты и в IT-класс, расположенный в Уштерекской средней школе, входят первые ученики. Кабинет оснащен новыми компьютерами со всеми необходимыми программами, а также интерактивной доской для объяснения материала. Теперь и у сельских школьников появилась возможность получить то, что ранее было доступно только в городских условиях – научиться программированию, проектированию. Также они могут участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, развивать свой интеллект. Мы очень рады, что наша сельская школа, школа Уштерек, стала одним из первых участников данного проекта «Программируй свое будущее». А этот IT-класс находится в средней школе номер 2 города Аксу. Заметим, что координатор реализации проекта в регионе – областной филиал партии «Нур-Отан», а фонд «Лига юных программистов ЭБРАЙ» взял на себя учебную часть. В Актагайском районе школьники будут ходить в IT-класс, который расположился в Центре занятости и детского творчества. Здесь они получат IT-навыки, научатся создавать сайты и программировать. Мы очень рады, что мы можем освоить азы программирования и конструирования. Ведь в это время роботы очень нужны. Они, их основная функция – помощь людям. Мы, учащиеся, очень рады, что мы можем сюда прийти и начать воплощать свои мечты, научиться программировать и правильно конструировать. Для роботов программы стараемся писать. Учитель помогает учеными нам стать. У этих юных школьников такая возможность появилась с открытием IT-класса в средней школе номер 1 в селе Иртышск. К слову, фонд «Лига юных программистов ЭБРАЙ» таким образом завершил техническое оснащение таких кабинетов. То, что мы видели по телевизору, возможно для нас. Теоретически мы это уже знаем, но сейчас мы это сделаем практически. Как вы уже заметили, у нас нет обыкновенной доски, а нас начинать технологическим оборудованием. Предполагается, что до конца года в Павлодарской области будет открыто 20 IT-классов. Мурат Ибилмажи, Досымбек Такай, ЕРТС Ахпарат.